С 1 по 31 октября российский офис марки «Шкода» предлагает выгодные условия на покупку автомобилей. В этот период модель «Октавия» можно купить с выгодой до 192 400 рублей. В свою очередь на другой бестселлер «Лифтбэк Рапид» действует спецпредложение, которое позволит сохранить до 128 100 рублей. При покупке флагманской модели «Суперб» клиенты могут сэкономить до 215 000 рублей. Семейный внедорожник «Кодиак» также предлагается на крайне выгодных условиях. Выгода может составить до 206 000. Приятным бонусом для покупателей «Кодиака» выступит комплект зимних шин. Дополнительный сюрприз ждет тех, кто захочет оформить на новый кроссовер страховку «Каско». Тариф со ставкой по 3%. Такие же условия страхования действуют на семейство «Октавия». Кроме того, для всего модельного ряда марки «Шкода» по-прежнему доступны предложения по классическому кредиту и фирменному кредиту «Simply Clever». В октябре кредитная ставка для всего модельного ряда составит от 8,9%. Вдобавок участники программы утилизации и трейдина получат дополнительную выгоду. Ее размер составит до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля. Предложение действует для всего модельного ряда «Шкоды» 2019 года выпуска. Стоит отметить, что марка «Шкода» чувствует себя на российском рынке весьма уверенно. Продажи новых автомобилей всех марок за период с января по сентябрь упали на 2%. Однако, по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры чешского бренда сумели нарастить объемы реализации на 7%.